увлечение у ребенка, ну вот увлечение там, кто-то там, может, читает, кто-то книжки, что-то. А бывают такие варианты, сейчас много детей встречается, что увлечение это в телефоне играть. Это как, я что-то даже не соображу, вот, например, через такой, ну, пример, как подействовать на ребенка, если увлечение там не какое-то там, физическое, рисовальное, Я а ни вот разу не телефон. видел, чтобы играли в телефоне. Хорошо вам. Играют в игры, а не в телефоне. Ну, да. А любая игра подразумевает сценарий, в котором ребенок участвует. Поэтому, если ты в телефон заглянешь, у ребенка есть определенный набор игр. Он может выбрать экшен, он может быть РПЖ, он может выиграть стратегию. То есть ребенок играет в сценарии всегда. Ему можно предложить сценарий более емкий, чем в телефоне. Более интересный. Только я буду в нем участвовать. Вот. Мама там еще, давай вот то же самое сделаем, только своими руками на столе. Все говорят, тут играет в телефоне. Как будто ему дали выключенный телефон, он с ним играет. Пирамидку с него сделал, там еще что-то, понимаешь? Это же не об этом, он же не в телефон играет. Просто в чем минус телефона? Там сценаристы закладывают узкий сценарий, ну, чтобы было интересно, да? Или игра будет очень объемная. Если она будет сильно многозадачная, она будет очень большая, она в телефон не влезет. И она станет громоздкая и неинтересная. Она будет долго грузиться, там будет много ходов. Человек не хочет много ходов. Надо 2-3, не больше. Иначе неинтересно, там запутаться можно в ходах. И поэтому, когда ты предлагаешь ну, ту же игру, только с развернутым сценарием, давай сделаем. Тем более, сейчас эту игру вообще нечего сделать на компьютере готовить. Мы сейчас сами сделаем карточки, мы сейчас сами сделаем маршрут, а вот здесь будет лес, а вот тут что у нас будет? И вот у тебя на игре вот эти вот точки принятия решений. И все. Там можно интересные вещи разложить, если заморочиться.